пока остальные не явились. شايف الاثنين اللي على الشمال دول؟ استنى استنى استنى، هي بتتكلم معك، خذ هنا يا Так, нам сюда. Наверх. Черт. Нейт? Бегите. Бегите. Господи. Тихо, парень. Отойдите. Отойдите. Да что с ним такое? Это яд. Что? Так, надо увести его. Черт. Пошли со мной. Не трогай. Ладно. Мы просто хотим помочь. Отвали! Не трогайте меня. Нет! Отвали! Спокойно. Что ж такое? О, Господи! Спокойно. Идем. Не трожьте меня. Дрейк. Марлоу ждет. Нет, 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 нет. Скоро все закончится. Нет. Нет. Спокойно. Верь мне. Прости. Салли? Салли здесь нет, Дрейк. Ты теперь один. Салли знает. Верь нам. Иди за мной. Нет, не пойду. Смирись. Где это я? Ты с нами. Просто послушай. Ты знаешь, что мы ищем. Не дай им, не дай им. Они тебя не тронут. На, черт, не надо. Где искать? Не знаю я. Лучше отдай. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, не знаю. Так. Черт, я не знаю, не знаю. Не надо. Не знаю я. С добрым утром. Не советую звать на помощь. Не забывай, ты здесь не совсем легально. Великое начинается с малого. Я знаю, что в глубине души ты все тот же грязный, перепуганный щенок. Вы не знаете обо мне ничего. Вообще-то, я знаю тебя лучше, чем кто-либо еще, мистер Дрейк. Не настоящее имя, конечно. Но не будем об этом.
Мать самоубийца. Папаша сдал 5-летнего сыночка в приют. Некий приют Святого Франциска. Прямо почерк Диккенса. О! Спокойно. Она нам ни к чему. Если, конечно, нам не придется тебя упрашивать. Что вам нужно? Увы, как это не прискорбно. Твоя помощь. Найди мне Салливана. Ага. Я в курсе, что ему известны координаты Ирама. Откуда вы знаете? Ты сам сказал нам. Ты не такой уж верный друг, каким хочешь казаться. А он тебе друг? Что? Как это понимать? Подумай. Ты ведь угодил к нам в лапы довольно давно. И что-то он не спешит на выручку. Разве он спас тебя там, в Картахене? Он просто тебя использовал. Я вижу, к чему вы ведете. Поверь мне, Виктор всегда блюдет только свою выгоду. Это суровый факт. Я поняла это 20 лет назад. Удивительно, что ты до сих пор не понял. Зря стараетесь, мэм. Как скажешь. Но ответь мне. Забрав тебя с колумбийских улиц 20 лет назад, он спас тебя от той жизни? Или же обрек на эту? Ах, прекрасно. Ну, Виктора засекли на другом конце города. Увы, дружок. Похоже, тебя убрали из уравнения. Yeah.
черт! Черт! Сюрприз, урод! Куда он делся? Ну, класс. Позвольте. Извините. Вот он. Думал, оторвался? Вот он. Думал, оторвался? Хватит, Толбот! Надоело! Это Ирсику! Уقف ولا بتخرج! Шурта! Это Шурта! Вот он! В бою не такой крутой.